Берзика. Ой, привезли дядь Толю прям домой. Дядь Толь, до здоровья, свидания. Здоровья. Здоровья вам. Дядь Люди, привет. Сереге, привет. Лене, привет. Так, давайте, можем вам помочь. Дядь Толя хороший мужчина вообще. Если пока выйдет, знаешь, когда идти? Вот так будет идти. А сейчас не. Не дай бог упадет, я тебе. На руках потом нести. Да. Це ваша собака тебе? Да. Уська. Оля, це ж бабушка Пашина, а ти там же живеш, да? Ти ж утікати, це бабушка Пашина. Я там живу. Оце в мене офіс, де запирають, так? Ага, отуда. Фіолетовий це, так? Да? Так, да, я там решетки поставив, так що там... Офіс свій, так? Собака лає, вона навіть не вигляне. Толя, підвал у вас хороший. Ставите картошку, все ложите, да? Водой не набирається, ні? Ні, да? Сухий. Понятно, понятно. Ото у тебе пристройка, офіс. Де, Толя? Ото синє, да? Синє, ага. Закриваєш, да, на замок. То фіолетове не синє. Інструменти. То фіолетове не синє. А, ну так. Да. А фіолетове, що тут таке? Фіолетове. Ті синє. Інструменти хранить. Ну, старенький. Зараз поїдемо. Все, Толік, давай, ти зараз пойдемо. Да. Хорошо, давай. Хорошо, давай, Толя. Люди, привет. Скажи, я знаю, что буду переживать. Скажи, не увидела. Ночне. Тетяна Васильевна, я сколько раз вас просил не бросать мне на передачи сумки, палки? Как я по-вашему буду ехать? Сейчас будешь ехать, сейчас все заберу. Дверь закрой хорошо и пристегнись. И двери вы не закрыли. Сейчас закрою. Так, сейчас. Я чувствовала, что я не закрыла. Все закрыла. Теперь правильно, да? Да. Так, теперь. Где это тут поясок? Это я думала, буду выходить. И взяла, сняла. Вот. Дорога страшная, снег мете уже. Фуры. Лежачка, да. Все, не тяни. Приедет лежачка сюда. На всю сторону. Все. Все? Где Толя стоит? Все, пока. То тут заходило, тепер открив, туда заходить. Хороший він. Мужчина. Буде справа магазину, ми на нього повернемо. Коля, хороший, так, да, Толік? Так, да, хороший Толік. Зараз оцей домик вже з палочкою ходить, бідненький. А він убиральничок маленький. Такий з юмором, знаєш, він все. Тетя Валя, тетя Валя, точно бабушка Паша, отакі трошки грубуваті. Його жінка із моєю тітею, ну і цього матір'ю, не дружили. Скандали часто страшні. Людка собі мала чорті що, баба Паша собі. От тетя Валя на неї похожа, на бабушку Пашу. Ну, якщо не погані, то могу сказати. Може, зрителі є веселі. Такі гідметрики, от це надрив окна, фасад навалом. А тут і багато таких простих, ще хуже. Да, замітає все. Там буде магазин, коли ось магазин наліво. Ну там дорога буде наверх підніматися, там кілометри, мабуть, 3 і до траси. Якраз буде платніше проїжджати справа. Да, зимой в селе страшно. Вот тут такой домик, ничего не видит, такой справа. Так, ну, давно я тут была, 10 лет.
опять дорога показывает туда направо, налево. Да, это магазин. Нам получается вот сюда поворачиваем. Видите, Веселый называется вот так вот село. Страшный дом недостроенный.
скоро повернусь направо, п'ята больниця буде, да? Что, хлебает, хорошо? Хлебает? А, уже не пьет, а пил же, вспомни, как у тебя 35-летие. Приехал за 2 суток отдельно. Раньше вам надо готовиться, набрали водку и хватило бы вот так. Так за него еще добирали. Он сидит вперед. Жизнь ничему человека не научила. Генерала, блин. Я бы ничему. На него с высокой горы наложила бы хорошую кучу. Ничему, я, к сожалению. Я это ты. Нейра его не хочет признавать, не забыл. Что я хочу признавать, что не хочу? Так что еще? Что это я не хочу признавать? А что? А что? Яка разница? Отец есть отец. Так что так? Не хочу признавать. Да, нормальный, хорошо. Скоро тебя не захочу правильно признавать. Как будешь себя так вести, как правильно, ты себя ведешь. Правильно, правильно. Да черт с ним, хай живет. Никто его черт не улаживает. Каждый на своей жизни живет. Хай живет. Никто его не хоронит. Так что такие дела. Значит, а снега много у вас, Адик? Снега много? Почула, сразу запустилась. Да? Мороз, значит, мороз, а снега не надо. А тут местами, вот едем, то есть снежок на трассе, то чистая. Ой, Запорожье, такой страшненький снег, город, мне что-то кажется, всегда. Вот такие дела. Ну ладно. Шо-шо? Спрашивает, зимние ты поставил? Съезжайте, Оля говорит, поставил. Да, говорит, да. Да, 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 иди, да. На велосипедных ездим. Спасибо, спасибо. Спасибо, давайте. Спасибо, давайте. И вас тоже с праздничком, давайте. Девочек поцелуй, поцелуй. Подрастают, подрастают, да. И красиво расстраивается район так, где Ира живет. Машина он понаваливалась. Снега сколько. А теперь опять. Коля говорил, не с кем, чтобы на пару не курить. Я уже это слышу по 10-му кругу. Если по 11-му будете казать, ничего не знаю. Вчера съел тирамису одно. Боже, какое оно вкусное. Боже. Это вообще, Катя, ты просто не знаю, чудо. Так вкусно. Я решил привезти. Здравствуйте. Подержи двери, мам. Да, да. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу! Слава привет! Боже, тут как? Привет, зайчик, с Рождеством! Привет! С Новым годом! С Рождеством! Ой, накурился! Ага. Проходите! Привет, вам, слава привет. Богу! Спасибо! У вас тоже! Вот, с Новым годом! Спасибо! Спасибо! Вас тоже! Здоровечка! Такая дорога, ужас! С Рождеством! С Новым годом! У вас там уже, чтобы все в куче! И русская, это вот куча, девочка, что пекла девочка, помнишь? Торт, который рыбака, пекла. Ну, рыбака, это ну давайте, там, проходите. Давай. Да, да. Шабаш будет. Тут третья еще. Привет. Ваши камеры, я боюсь, надо делать классическую операцию. Это девочка, что готовила, когда были. Всем закрывайте двери теперь. Уже как у вас красиво такое это сделано. Ну ты как выглядишь. Ой. Шубы какая красивая. Звезда. Звезда и смерть хоть и не мурьет. Я вижу, по вот это оно все. Не получается. Сейчас Ира определит, норковый или не норковый. Ира понимает. А я шо? Ты не... Дайте я пройду. Шабаш блогера. Я вам больше скажу. Потом, да. А, потом я вам скажу. Вы еще в одном магазине покупали? Теплушку. Теперь мне надо снять. Мы все... О, такие тарталетки я делал тоже. Ируся, это ты у меня слезала рецепт, или нет? Рецепт чего?
икры. А что у тебя сызало? Что значит? А что, там с сыром тоже, как у меня. А я и на Новый год, я и без себя это делала. У меня только лет. Я думал, ты у меня слезала рецепт. Икра твоя, которую ты нас угощаешь. А я, она немножко горчит. Ты не пробовала ее? Я пробовал. Пробовал, да? Немножко горчит, да, такая? Ну, как? Ну, все, ух ты, кутя. Ира, сама делаешь кутю или покупала? Я все приготовила, кроме колбасы, все делала. Ой, печеночный торт. Ира, это прелесть. Да куда? Вот я не знаю куда. Честно говоря, это вот меня раздражает. Слушай, никуда. Да что ты, у вас стол маленький? Что за шум? Кстати, Катя, ты видел? А, это... Ой, Лена, да, Лена. Какая красивая, да? Эй, как она была, когда мы два стола докладывали. Она пенадва поместилась бы, да? Ты что, какая красивая, ой. Лене приятно будет. Она как рождественская, такая красная. Тебе вчера мне зрительница из Германии звонила, так говорит, передай восхищение, говорит, Ире, какая она хозяйка, и жена, и мама. Вот, говорит, прям от души, так знаешь. Спасибо большое, всех тоже. Так что передал, да. Здоровенные, Ира. Ну, а как? Каждому, чтобы было положить. Так, а куда же ложить? Надо просто, чтобы один человек ходил, конкретно нас, это, раз официанта надо нам. Ой, а ну давай тоже. Да что вас уже нужен офіціант. Давай там вот это делаем. У нас еще холодильник. Оце надо, оце узвар, оце сюда, смотрите, трошки. Вот это сюда. А что это за креманки? К чему это? Это креманки к куте. Ставь туда. А, к куте. Не, это лучше сюда не ставить. Тут селедка с маслом. Растая. Так, кому сок будет надо? Это то, что я говорил, что Ира делала селедку с маслом, что это колхоз. Ты замораживала ее, да, разрезала? Это да. Тот рецепт. А что колхоз? Ничего себе колхоз. Сам ты колхоз. А что колхоз? Нормально. Не, она, кстати, вкусная. Ты из колхоза? Колхоз. Надо, чтобы обосрала Иру. Так неинтересно, понимаешь? Конечно. Не, ну в прямом в записи. Шуба Ирочкина. Это Наполеон. А что Наполеон сразу на стол? А что тут сверху? Ира, это не Наполеон. Ира, это Наполеон у тебя? А, Ира, уже можешь пробовать. Смотрите, смотрите, какая елка красивая. Ира, а что елка такая редкая? Ты что, не знала, что придут снимать? Ты должна густую была поставить специально для зрителей. Киева, очень не попала. Я люблю классическую операцию, нарастить волосы. Поляковой встречать вас. Да, да, да. Ой, красиво у вас. Что, мы садимся или что? Или... Да, давайте садимся. Я еще не... Марина не пришла. Ну, да, будем ждать. Они, оказывается, будь... ждали звонка. Но... Ну, мы же договаривались. Ну, давайте будем ждать, не будем садиться. Ну, сейчас я приду, пока они... Ирочка, это Наполеон или что это? А что ты сейчас его? А, то есть это... Я понял, потому что ты Наполеон поставила, думаю. О, телевизор у вас меньше. Да, на 49-й ехал. У меня 55, да. Меньше. Ну, он хорошо нравится, сюда. Он большой, вам не надо сюда. Он, ну, да, сюда. Тебе надо. Ирочка, обожаю. Какая ты горнюнька. Ты не меняешься. Мамка, сколько... стой, а где мамка? На в туалете. Ира, сколько ты, тебя вижу, ты не меняешься. Да, да, да. Вот как будто вообще не меняешься. Да, серьезно, конечно. Говорю. И мне кажется, ты вот... Я же, видишь, я в холоде себя держу. Ну, это, кстати, хорошо, кстати. Я общем... как Иванов, буду шесть. Детка, детка. Слышишь, я вот помню фотографии такие, смотрю, когда мы Новый год встречали в Кировске еще. Ты такую прическу крутила. Вот ты сейчас лучше. Вот мне кажется, как-то ты... Вот, а это всегда так. Мне кажется, мы как-то в молодости как-то... были бестолковые. У нас ничего не было. Мы не знали, как правильно пользоваться... косметикой какой-то, да. Как это правильно... А когда взрослеешь, умнеешь, уже понимаешь, как что вот тебя этого так... сильно многого не надо. Ну, ну, чем больше краски было, тем лучше. Ну, все совсем было. Вот я сейчас смотрю, ты сейчас намного даже лучше, мне кажется. Даже посмотри всех наших, там, Софию Ротару, как они выглядели тогда, тогда и как они сейчас выглядели. Да. Прически. Так, это игрушка, кстати, тоже Лена, по-моему, высылала, красивая такая. А зачем? Лошадка. А вот шарики такие тоже, которые... Очень красивая, не навалена на елке, когда много на елке, тоже плохо. Вот она такая. Вот очень, Ира, мне знаешь, что тяжело наряжать вот эту, ну, у меня тоже такая, это сосна. И длинные иголки, тяжело игрушки держатся, все это. Да что-то она пожелтела, не там. А где, что там? Нормально они, не? Ожили? Ну, пошли покажешь свои орхидеи.
У вас не сильно, видишь, наряжена, так чуть-чуть там шариков, такая маленькая елочка тут. И все. Как чуть-чуть? У меня все наряжено. Ну, не, ну не так, что прям налеплено. Ну, поплюй! Тьфу-тьфу! Блин, ну, Ира, а что они у тебя цветут, а у меня нет? Я уходовкала как? Она когда стрелку пустила, я ее ж подняла, привязала, и вот тут, видно, я ее чуть-чуть поломала. Не, но она все равно живая. Я ее не подвязываю, потому что, ну она, да, она распустилась, она живая. Ира, а что они у тебя цветут, у меня нет? У меня они зимние. Как это зимние? Ну, они у меня зимой цветут. Смотри, как, какие бутоны, у меня вообще нифига. Если ты под люком не залазишь, он Дианина, которая была никакая, видишь, тоже стрелу. О, тоже, да. Смотри, а мне вообще не пускает. Алиса, видишь, какие, вот это еще старые, это уже новые, да, как больные, но тем не менее стрелу пустила. Не, они у тебя были хуже, ты что, эти прям такие стали, вот дебелые, знаешь, как... Но тем не менее, ты видишь, по ним что-то есть. Видишь? Ну, Ира, это, наверное, такой... Тут им очень хорошо. Знаю, тут что? Вот этот дневной свет, который попадает... А еще какие небольшие, как корявый какой лист. Ну, что ты сделаешь? Ну, я не знаю. Но тем не менее, они плотные, все, ну, вот как-то на вид мне листья... Я понял, ага. Эта Карина тоже была убитая, видишь, вот что-то, вот это вижу, новые листья. Ну, но этот лишний, знаешь, как можно разорвать пополам? Пока не трогай. Не трогай, да? Не желтеет, не это, пусть стоит. Очень хорошо, что у тебя прозрачные. Что они вот, может да, быть, да. От того, что, ну, Люба вот с Киева говорила, что говорит, да нет, у меня, говорит, вот смотри, стоят во всех таких темных, керамических, вот таких вот. Ну, вообще, по идее, надо или вот так вообще, чтобы не было, вот так, вот, понимаешь, ну, мне кажется, там. Ну, как Люба говорит, что фотосинтез все равно получается через цветы идет туда к корням, понимаешь, через листы вот эти вот, что не обязательно видишь, корни. Вот это мои орхидейки. Ну, молодец, слушай, ты это их реанимировала. У меня Диана с Лешей, это зрительница их. Деньги им пересылала, и они от нее мне покупали орхидею. Она отсвела была сразу после магазина. Еще раз. У нее тоже тут с одной стороны листья, но они ее и купили. Они были на очень крупные листья, они были треснутые. Она же запакована, его не рассмотришь хорошо, что там внутри. Вот, и они вот это, ну, с этой стороны вот стрелу мы выпустила, отсвела. Тоже в том году. И такие жирные, да, видишь, такие прям аж... Ну, она сама огромная. Ну, да, да. Да. И цветок крупный, то ли вот листик, да, и вот цветочек. Ну да, вот. да. Ну такая дебелая прям, знаешь. Ну молодец, у меня что-то не знаю. И эти у меня вот только отцвели фиалки, там он еще цветет. Это ты еще с Кировска их приперла? Не-не-не. Тут уже, да? С Кировска у меня женское дерево. Одно, да, и все? Да, все, все остальные цветы. Как, конечно, Ира, у тебя места много. По сравнению с моей квартирой, да. Тут ну, вообще, конечно. Так вообще, тут гуляет вообще такая кухня и огромная. И как мало, 6 пар вальс танцевать. Да, 6 пар вальс. А что это такое? Ну, капуста? Ой, Ира, спасибо. Ой, спасибо. Это твой рецепт кислой капусты. А я уже рассказала на всех каналах. На всех. И у нас уже даже готово. На всех каналах. Вот эти красивые такие. Это старые, тоже, наверное, еще с обледенных родителей. Вот так нарядили по чуть-чуть. Ну, у вас, да, не сильно оно налеплено, а вот то, что надо.